У нас в гостях находится Евгения Ашамис. Она сегодня выступала спикером на нашей выставке World Food. Евгения, какие вопросы вы сегодня затрагивали? Мы говорили о том, какие потребители, какие продукты будущего нас ожидают. Говорили про три поколения. Поколение X, поколение Millennium и поколение Homelander. X — это те, кто родился с 1964 по 1984 года. И это те потребители, которые, например, формируют потребительскую корзину семьи очень сильно, принимают очень много решения о покупке. Поколение Millennium, те, кто родился с 85 по 2002 год, те, кто принес у нас социальные сети, совершенно принес, знаете, другое эко-отношение к миру и другое отношение к магазинам, как они выглядят с точки зрения того, что это супер- и гипермаркеты, такое место концентрации всего в одном месте. Ну и Homelander — это детки, которые рождаются начиная с 2003 и примерно по 2023 год будут продолжать рождаться. Вот так что эти три поколения, и у них очень разные требования к тому, что они хотят видеть в продуктах питания, в магазинах, в жизни. Что такое продукты будущего? Как они будут выглядеть? Ну, например, поколение Millennium, поколение Homelander – это детки. Мы делали специально сюда исследование к этой встрече. Они нам написали несколько моделей. Модель, которая очень непривычна, это, например, харчо, либо борщик, либо мясо из таблетки. У них очень сильная ценность науки. И вот когда ты другим поколениям предлагаешь, говоришь, ну, представьте, вот вы возьмете таблеточку, будете есть супчик харчо из нее? Вот мы все очень подумаем. Они говорят, если вкусный, качественный, с хорошим минерально-витаминным составом, почему нет? Или другая вещь, которую они предложили, она мне нравится, кажется, уже сейчас можно применять. Чашка бесконечным чаем или кофе, как из «Войны бесконечности». Да, эта чашка бы нам очень пригодилась. То есть люди в будущем будут есть как космонавты. Ой, ну это знаете, как интерпретация, расшифровка другого поколения. Но знаете, где можно посмотреть и немножко больше подготовиться и к настоящему, и к будущему, это прочитав три книжки. У нас 4-5 октября в Питере на форуме «Синергия», там, где выступает Шварценеггер, Майкл Портер, мы тоже выступаем и презентуем новую книжку про поколение «Миллениум». Она называется «В семье не без миллениума». Что делать поколению, которое меняет мир? У нас еще есть книжка про иксов, необыкновенный икс, и это очень большая по потреблению группа людей, поколение бэби-бумеров, стратегия бэби-бумеров, те, кто родились с 44 по 63 год. И вот, кстати, про них я скажу неожиданную вещь. Их не просто много, у них в руках более 50% всех финансовых запасов. Так что мы вроде их сбрасываем с счетов, не рассматриваем с точки зрения продуктов, а их гигантское количество. Спасибо вам огромное. Благодаря Евгении мы узнали много интересного.